В Люберецкой картинной галерее открылась персональная выставка художницы Натальи Степановой. Пейзажи, натюрморты и портреты вошли в коллекцию «Флора и фауна». На открытии поприсутствовала наша съемочная группа. Наталья Степанова – главный хранитель Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Под ее опекой больше 30 тысяч экспонатов. С детства Наталью Александровну тянуло к прекрасному. Всегда мечтала быть художницей. Написать первую картину решилась 6 лет назад. С тех пор из-под руки мастера вышло больше 200 полотен. С 12 лет мечтаю писать картины, всегда посещаю музей. Все галереи мира были мои любимые, я знала, где какие картины висят, а сама себе сижу. И, конечно, побежала на рынок, вот здесь недалеко, благо, купила краски «Хруст», написала первую картину, называлась «Мокрый снег». Мне купили ее сразу. Осваивала художественные приемы сама, без специального обучения. Все сюжеты навеяны событиями жизни. Портрет «Мой любимый пушок» художница посвятила домашнему питомцу, которого не стало. Свои душевные переживания Наталья переносит на холст. Это картины, которые написаны от души. Вот душа человека, которая не может не говорить. И она говорит красками, живописью. С открытием экспозиции поздравили Наталью Степанову заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников и председатель Комитета культуры городского округа Люберцы Светлана Носкова. Действительно, это знаковое событие для Натальи Александровны в том, что 30 тысяч фонда, да, еще успевает творить, рисовать и писать. «Флора и фауна» – вторая персональная выставка в творческой карьере Натальи Степановой. В Люберецкой картинной галерее художница представила 45 работ. Познакомиться с ее творчеством можно до 31 октября. Анна Слояковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.